Всем привет! Демонтаж приборной панели Nissan Note. Нам нужно выдернуть на себя вот эту пластмассовую оправу. Но чтобы ее выдернуть, нам надо снять вот этот пластмассовый надрулевой кожух. Потому что углы этой оправы не выйдут сюда из-за него. Вот так вот мы одним резким движением сняли ее. И вот видите, углы мешают. Поэтому снимаем кожух. Кожух снять несложно. Здесь у нас три самореза. Все, ребят, саморезы я выкрутил. И просто одной рукой открываем сам кожух. Половиним его. И вот эту нижнюю накладку кожуха немножко вниз сдвигаем. Для того, чтобы у нас пластмасса вот эта вышла. И аккуратненько ее вытягиваем наверх. Главное ничего не сломать. И все, она выходит. Дальше у нас один саморезик виднеется. Его откручиваем. Следующий наш шаг — это приборку вытягиваем на себя. Так ее аккуратненько выводим из посадочного места. И здесь у нас флажковые штекера. Вернее, один общий штекер. И все. Приборная панель Nissan Note у вас в руках.